Геншин, видосы, Аратаки Ито, в преддверии, точнее, впоследствии уже получилось, Жуков, посмотрела сейчас микроивент, ну, первую, точнее, катсцену с ним, вот, и смотрим видосы к этому, представляющие. В сюжетах и так далее я его еще не встречал, если что. Ой, сейчас даже в ролике. Нани, осора дьягаре. Мегарилея, му, отта на зе. Ярудам, кагнин сте гой. Эс. Оре сама на камину бия. Китто коно, синзо но теппен ни ар. Стоп, что? У него отбирали? Серьезно? Я думал, он что-то типа из фамильяров райдановских. Он же они. Флэшбэк. Интересно, как у него вообще отобрали? Он же, ну, довольно сильным должен быть. Не я и Мика, конечно, но типа уровня Сары. А, может быть, краски она и поучаствовала. Окей. С причесоном, да, видел. Веселая музычка, конечно. Йо, я тут кита. Бакуфу но тайшо са. Омае мо оре о фукужу сасеру ки ка? Коре га сайго да. Отонашику ками но ме о ватасе. Аратаки Итто. Тайшо сан йо. Оре сама ни цуите куре я. Ии юме. Мисасете яру зе. Типа вниз закинули. Ай, видимо, да, его Сара отпинала. Опять. Как мне говорили, не один раз это было. Да, передает характер неплохо ролик. Простоватый, глуповатый, рафляный челик такой. Прямолинейный. Как говорится, детство в жопе играет. Не в плохом плане, просто как образ. Такс. И второй. そして幕府は鬼族を脅威とみなし、鬼退治に武士を送り出す。 激しい戦いの末、恐怖の武士は暗鬼を討伐。また、俺台本間違えたか。 その、とにかく人間と鬼族のわだかまりは解け、共に暮らすようになった。おかしいな。芝居っつうのはこうやってエンジンだよ。やっぱり役者は俺ら荒滝派じゃないと。 засветился. Опять.
Это сидит в тюрьме на постоянке. Ну, учитывая, да, что за ним Тенрё постоянно выезжают. Правда, блин, опять же, это головная боль для Сары. Потому что с ним не могут же справиться обычные пезанты с копьями. Хоть они и могут вол выстроить, но все-таки не хватает. Такс. Отлично. Вышел таким персонаж. Ну, опять же, подожду еще в сюжете, насколько я понимаю, он даже в каких-то арках будет участвовать. Вот. Ну, довольно прикольный парень. По трейлерам. Конец записи.